завидным упорством они отстаивают свои традиции, свои проблемы. Очень хорошо, что всегда рядом дети. Вот завтра фестиваль детского творчества самых. Дорогого стоит, когда дети смотрят, понимают, не понимают, они впитывают. Они уже традиции своих отцов, дедов, они это понимают с кровью матери. И в то же время хороший наглядный пример всегда рядом. Поэтому я от всей души благодарю организаторов. Во-первых, наш дорогой город Оленегорск, Олег Григорьевич, вас за то, что сегодня на площади такой праздник, который, наверное, мы не видели уже давным-давно. Я думаю, и оленегорцы в этом принимают участие с большим удовольствием. И, конечно же, я поздравляю всех участников замечательного фестиваля. И дай Бог, чтобы еще продолжался он долго-долго. И чтобы все у нас вместе с вами получалось. Спасибо. Спасибо.